Так, добрый вечер еще раз. Теперь вот такая посылка. Вот она, фирма. Что я там заказал? Легкая, маленькая, конечно же. И это у нас вот такая флешка. Емкость ее. И где ее емкость? Не написано, короче. Ну, я знаю, сколько здесь емкость. Значит, почему я заказал флешку? Во-первых, это оригинальная флешка. Вот она, фирменная. Фирменная, да. И вот здесь фирменный пакет с их логотипом. Когда я заказывал вот эту флешку, стоимость здесь 64 гига, здесь 32. Стоимость между ними там 100 рублей, где-то разница, может 200 максимум. Но вот этот левак, на который сбросишь документы или что-то еще, приходишь в другой компьютер, втыкаешь, а документик, ну, как вот такой беленький, чистенький листик. И он уже не открывается. Причем докопировалось, все нормально. То есть у меня даже были проблемы, когда я доставал документы из компьютеров, которые, ну, грубо говоря, жесткий диск там полетел, и надо было их пересбросить. Они были на вот этой флешке, я там много времени убивал, копировал их сюда, вытаскивал, вставляю эту флешку, она у меня чутью. Вот. Поэтому, не знаю, максимум, куда я ее, это фильмы, если как откроют на DVD, на телевизоре фильмы, можно смотреть. Если не откроет, ну, тут уж не страшно. Поэтому вот такая флешка на 64 гига. Посмотрел, прежде чем заказывать, посмотрел я отзывы, посмотрел я ее скорость. Люди ее тестили. И как бы решил заказать. Она железная. Вот видите, номер. Все нормально, все официально. Никакой левоты. Здесь для ключей вот эта часть оттягивается на пружинке. Ну и, собственно, самый главный вопрос. На той флешке, вставляемой в компьютер, откручиваем фотик. На той флешке у меня была скорость записи 2 всего-навсего. В хороших флешках она 10-15. Здесь она. Так. Видно. 59,5 видно из 64. Ну, в принципе, неплохо. Так, надо эту программу еще раз запустить. Иначе она не увидит мою флешечку. О! Вот. Давайте сделаем один. И 100 мегабайт. Поехали. Скорость этой флешки. Ну, на внешний вид, конечно, сделана она классно, железная. Вообще вопросов нет, там все крепление, все. Ну, посмотрим сейчас. В принципе, я смотрел тесты у того продавца на Али, сколько она показала. И сколько покажет сейчас. Он пошел 1.1. Вот. 8. Как-то не очень шустро. Не знаю, может, у меня USB впереди. Так, какие? Ага, 3. Скорость записи. Меня интересует скорость записи. Скорость читки тоже. Не ахти. 8 всего-навсего. Должно быть хотя бы 20. Ну, в принципе, и 10 нормально будет. Но посмотрим скорость записи. Не знаю, может, еще антивирусник что-нибудь тормозит, надо его вырубить.
Хотя не должен, у меня вот веб-рут стоит. По идее, он не зависает. Вот видно 5. Ну, больше, да, чем у тех флешек, но я как бы смотрел, чем больше объем, тем меньше вот эта скорость. Вот я смотрел, там тестили на 16 гигов этой же программой. Здесь было 20, здесь было 10. У меня на 64. Ну, кто его знает? Может быть, флешка, может быть, действительно емкость. Ну, в принципе, лишь бы не было глюков, как с вот той.